Сегодня пойдет речь о человеке с ограниченными возможностями. Этого парня зовут Миша. Миша живет вместе с мамой в частном секторе на Сельмаше. Он славный парень, который хочет жить полноценной жизнью. Но сказать откровенно, это не всегда получается, так как город не совсем приспособлен для таких людей. Я не хочу сказать, что город вообще не приспособлен. Но есть моменты, которые требуют особого внимания со стороны государства. И именно об этом сегодня пойдет речь. Я очень долго не решался снимать этот материал. Ведь это огромная ответственность, как перед вами, так и лично перед Мишей. Но что-то внутри меня не позволило проигнорировать эту ситуацию. Первое, о чем мы сейчас с вами поговорим, это общественный транспорт. По словам Миши, не каждый водитель общественного транспорта достает пандус, чтобы Миша заехал по нему. Скажите, какое время вам приходится стоять на остановке, чтобы уехать? А полчаса, наверное. Чтобы дождаться вот этого троллейбуса и автобуса, который... выдвигается. И то не каждый увидит и выдвинет, еще тебя обругает. Вот хлопцы стоят, попросите, и закинут. А если хлопцев этих нет, бабушки или молодежь, ой, стоишь. Чаще всего именно люди помогают забраться в общественный транспорт. И вот как именно это происходит. Вопреки тому, что говорят, молодежь стала закрытая и злая, Миша говорит об обратном. В последние годы молодые люди на улице все больше и больше предлагают сами помощь, перейти дорогу или выйти из общественного транспорта. Очередная проблема не заставила себя ждать. Мы вышли из автобуса, и нам нужно перейти дорогу. Но по подземному переходу это сделать невозможно. Подземный переход, нам не забраться туда. И не выехать, и не заехать. Ну, то есть, теоретически, если он один, то это нереально вообще, в принципе. Нереально. Вот эта дорога, что мы должны ее пересечь. Узенькая дорожка, но тут два ровных бордюра. И не только тут мы, тут все мучаются, с этой остановки выезжают. А это же центральная остановка. Все нам подобные, они все вот так вот мучаются. Мишина мама так и не смогла перевести его через бордюр без моей помощи.
Следующее препятствие было время, за которое нужно проехать пешеходный переход. Миши не хватает. Да что Миша? Я чуть успел по времени. Миша ходит в магазин. Заехать в эти магазины он не в состоянии. Он всегда просит или кого-то из покупателей, или дает денежку из продавцов кому-то. Те ему уже знают его, это вот он делает год уже. И ему выносят, и чек дадут, идут навстречу, вынесут и положат ему вот в эту сумку. Сзади ему вешают сумку. Вот таким путем он с год стал ездить по магазинам. И на рынке ездит, там более-менее к этим киоскам хороший подъезд. А были большие случаи, крупные магазины вообще не забыли. Были случаи, что обманывали? Нет. Нет? Нет. Нормально относились? Такого нету случаев. Но я хочу сказать, что в последние годы... Люди отзываются такие. Надо ответить, что люди стали... Старые поколения отзывались. А сейчас молодежь отзывается. Вот. О, молодец. Это большой плюс, я считаю. Итак, подводя итоги нашей прогулки, можно констатировать, что люди с ограниченными возможностями не в состоянии самостоятельно сходить в магазин или аптеку. Пандусы, которые местами существуют, в основном для галочки, так как на них забраться нереально. Тротуаром ездить не можем, потому что там бесконечные бордюры. С тротуара на тротуар огромные высокие бордюры. Мы ездим по дороге. Шоссейные. Но тут машины боязно. И эти дороги в нашей стороне, они все разбиты. Они с большими ямками. Невозможно в них поехать. И он у меня года два назад тому упал с бордюра вместе с коляской. Повалился, потому что не заметил, что разрушен с бордюра съезд. Разрушен. Солнце светит в лицо. И он упал и разбился. И слава Богу, что хоть произошло такое, что нет сотрясения головного мозга. Уже было и сотрясение один раз у нас. Лекарства раньше были 10%. Сейчас скидки на многие лекарства нет. Их приходится, сильные лекарства, которые нужны вот моему Мише или другим детям, подобным этим. Эти лекарства сейчас за полную стоимость. Я в прошлом месяце снесла 50 рублей за два только лекарства. Из них каждая только на две недели. А сколько пенсия? Это не посильно. У Миши? У Миши пенсия такая, что надо отделить третью часть, чтобы купить эти лекарства. Все. Санатории есть у нас, санатории. Один раз в два года. Это мы имеем право поехать. А Миша вот чем увлекается сам? Я увлекаюсь настойкой компьютеров и ноутбуков. И посильный мелкий ремонт. То есть сначала я во-первых, самоучка. Я боялся это делать, потому что справлюсь ли. Но потом, сам. Благодаря интернету красному и книг, обучающим роликам на ютубе, я потихоньку, сначала учился на своем компьютере. Стареньком учился. Но потом, набравшись немного опыта, я начал пробовать настраивать, перематировать близким людям. Ну и на сегодняшний день, слава богу, этот клуб знакомый функционируется. То есть, я не хочу сказать, что я очень востребованный, но, во-первых, это для меня занятие по душе. Ну, ко мне обращаются как близкие знакомые, так и я дружу с ребятами, которые проживают в интернате Васильевка. И Дуяновка. И... Кривовка. Наше социальное государство меня все больше и больше поражает своей социальностью. Дороги, о которых мы уже не раз говорили, в плачевном состоянии. А в случае Миши, это первая преграда для передвижения. Пандусы, которые делаются для галочки. Общественный транспорт – это вообще больная тема. Во всем городе только два туалета, приспособленных для таких людей. И один из них частный.
и под угрозой исчезновения. Коляски выдают белорусские. И, естественно, срок эксплуатации не соответствует действительности. Гуманитарная помощь с более надежными немецкими колясками решением Великого Луи закрыта более 5 лет. И даже перевезти через таможню нужны большие деньги. На эффективные лекарства инвалидам первой группы наше социальное государство убрало скидку. А если вдруг мать Миши заболела и легла в больницу, то Мише приходится отправляться в отделение дневного пребывания «Майский цветок». Так цена этой услуги составляет 130 рублей за 5 дней. А мы помним, что пенсия Миши составляет 200 рублей в месяц. Хотелось бы отметить, что основная помощь оказывается спонсорской, которую ищут социальные службы и работники администрации лично. Плюс второй год католическое общество «Каритес» помогает. А вот со стороны нашего великого, социальнейшего государства наоборот закручиваются гайки. Проблем куча. По сравнению с тем, как мы начинали жить, мы уже живем 39 лет, было, конечно, вообще ничего. Сейчас что-то появилось, но очень многое для галочки, и очень многое не приспособлено. Прекрасно отчитываются, 200 с чем-то пандусов и так далее, пользоваться ими вообще нельзя, всеми этими пандусами. За исключением, ну, если 10 может быть по всему району, где они могут справиться. В это лето они выхлопотали в монастыре Никольском, чтобы сделали пандус деревянный. Это единственный пандус, на котором они могут сами забраться туда. Это деревянный пандус с очень хорошим таким углом наклона, и они могут заехать сами. Вот они ходили за ним целое лето, и они молодцы, спасибо им большое, что они откликнулись. И еще очень хороший пандус у Петра и Павла в церкви там. Вот там еще пандус. Все, больше, вот, пример какой-то показать вообще нет. То есть я правильно понимаю, что просто передвижения нет, да? Нет передвижения, нет. Ни в магазин не заехать, ни в аптеку не заехать. Я уже не говорю о подземном переходе, вообще не забраться. С бордюров лет 15-20 был такой скат хороший. Потом это все разрушилось, дворники это все прибрали. Сейчас бордюра прыгай. Вот он у меня года 2 тому назад повалился вместе с коляской. Именно вот в этом варианте. Ну, то есть, обстановка такая, что что-то надо делать, не для галочки делать, а надо на совесть делать с учетом их состояния. Государство помогает? Ну, прям как честно, помогает? А, ну, в каком смысле? Ну, пенсии у них минимальные, социальные у всех, ибо они не работают самое. Это сколько? Ну, это где-то по-старому, это рублей 150. Сейчас вот повышает, не знаю, некоторых где-то до 200. 200. Вот. Но у нас сейчас идет, мы кормили отца 4 года назад. Так сейчас я вам оформила социальную, не социальную пенсию сейчас, а по потере кормильца. Она чуточку выше, это у него где-то 200 рублей. 200 рублей сейчас. То есть 200 рублей, да? 200 рублей. И потом у нас общественность, и мы в том числе, мы внимание, обращают на нас внимание социальные службы. У нас есть клуб, уже 10 лет мы в этом клубе, 10 лет социальные вот обслуги, которые на старом аэродроме. И новое сейчас, что для нас очень приятно, в деревне инвалидов, которая в Нововелице, проект второй год они добились, опять же за счет благотворительности это все, они добились, что они их могут забрать 2 раза в месяц. Выходные дни, они с ними занимаются, там специалисты. Вот, еще вдобавок они им там чаек поставят, покормят, и развезут по городу и заберут их. Хотя транспорт не приспособлен совершенно. Надо поднимать, надо садить. Мы не в состоянии сейчас, но вышли мы волонтеры, студенты из Белгута там, ну, со многих вот этих мест общеобразовательных таких, и школ тоже, с училищ, и девочки, и мальчики, вот они приезжают, помогают. А в социальной службе у нас есть приспособленный транспорт. Выдвигается, коляску ставишь, тебя закатывают, вот. И в социальном такси, кстати, тоже очень прекрасно это все сделано, но там ограниченная возможность пользования. Там можешь попользоваться 2 раза в месяц только социальным такси. Ну, уже что-то. И давно уже что-то. Это слава Богу. Какие еще плюсы можете отметить? Плюсы еще... Какие плюсы? Внимание социальной службы и именно работников. Там подобрался коллектив вот за 10 лет. Он почти не меняется. Это люди, которые и себя нашли, и мы их нашли. Вот это вот...
Наталья Григорьевна Семеняка и весь ее коллектив. Вот это уже от души, с любой проблемой, с любым вопросом, все, что они в состоянии сделать, помочь, они обязательно помогут. Таких людей, как Миша, Володя, Руслан и Саша, в Гомеле 500 человек. И эта цифра неуклонно растет за счет граждан, перенесших инфаркты и инсульты, парализованные в результате травм и осложнений после тяжелых заболеваний. Кажется, что в нашем городе все здоровы, ведь мы не видим на улицах людей на колясках. А ведь все это от того, что многие из них попросту не могут выйти из дома. Ведь так как Мише, живущему в частном секторе, повезло далеко не всем. Есть примеры, когда человек с ограниченными возможностями выходит из квартиры 1-2 раза в месяц. Наверное, те, кто распределяют средства на организацию безбарьерной среды и отвечают за количество выделяемых сумм, полагают, что сами никогда не сядут в инвалидную коляску. Также, вероятно, думают и водители транспорта, которые порой только страх лишения премии заставляет встать с трона и помочь человеку на коляске попасть в салон. И коммунальщики, устраивающие пандусы, по которым невозможно подняться. Повальный пофигизм поражает владельцев магазинов и аптек, не считающих людей, таких как Миша, за клиентов. Иначе где нормальные пандусы и въезды для колясок? О таких вещах, как специальные общественные туалеты, похоже, не приходится и мечтать. На весь Гомель только 2 таких. Есть только одно средство лечения этого паралича душ, чиновников и их подчиненных. Самим сесть в каталку и пожить в Мишиной шкуре хотя бы несколько часов. Тогда они поймут, что не ровен час, когда безбарьерная среда, создаваемая ими, может понадобиться самим создателям. Что сегодня победно рапортуют о строительстве очередных 286 пандусов? Половина из которых наверняка выполнена в стиле магазина.